А вот ее поступок уже сравнивают с панк-молебном Пусси Райт и даже грозятся небесным судом. Навряд ли татарская певица Резида Ганиуллина ожидала такой реакции на свое творчество. В своем клипе она просто станцевала восточный танец. Правда, на фоне главной мечети Татарстана, и тут на нее посыпались проклятия верующих. Имам закабанной мечети назвал ее стриптизершей, а танец – позором татарского народа. Резида Ганиуллина пыталась оправдаться, говорила о том, что не чужда исламу, хотя и не исполняет обязательных обрядов. Призвала к миру и любви, и вообще пыталась разъяснить, что танец – это искусство, и к нему нужно относиться соответствующе. Но возмущенные мусульмане не успокаиваются и требуют удалить видео из сети, иначе кары Аллаха певицы не избежать. Интерес к ролику уже проявили исследователи. В ведомстве посчитали, что клип певицы мог оскорбить чувство верующих. Это стало причиной для доследственной проверки.